А знаете, почему мужики обленились? А благодаря женщинам, благодаря травмированным женщинам, которые пытаются сексом компенсировать отсутствие нормальных отношений в своей жизни. А благодаря женщинам, которые сами намекают мужчинам на секс, причем абсолютно незнакомым мужчинам. Они готовы в клубах с кем-то знакомиться и в ту же ночь оказаться с ним в постели. И в постели это в лучшем случае. Все иногда может закончиться условно чем-то там, в туалете, вы понимаете. Поэтому секс обесценен. Вот. Мужчины могут его взять, когда захотят, сколько захотят и от кого захотят, условно. А вот. Поэтому, собственно, они перестали что-то делать для того, чтобы получить секс. То есть, если раньше им надо было стараться для женщин ради секса, то сейчас им надо стараться для женщин ради борща. Блять, а это хорошая идея, девочки. Все, нам надо переформатироваться срочно. Ребята, всем здорово! Саныч, психолог, мандолог высочайшей категории на связи. Ух, рыжая бестия, я бы ее хотел жахнуть ее хотел бы. Ребята, у меня сегодня просто великолепное настроение, чтобы жахнуть кого-нибудь. И я это сделаю, скорее всего, вечером. Но не об этом сейчас. Что значит секс обесценен? А откуда же тогда великолепное множество этих оленей, которые за то, чтобы понюхать пусечку, просто отдают все туда в черную дыру, эту закидывают, я не знаю, там и деньги, и здоровье, нервы, абсолютно все. Еще и не получают потом ни хрена после этого. Но опять-таки не об этом. Секс не обесценен. Это первое. Второе. Что значит за секс нужно что-то делать? Ребята, я просто обожаю секс, я просто великолепно к нему отношусь, но максимум, что я могу для этого сделать, это пойти помыться, побриться, там сесть в машину, прогреть ее, доехать до какой-нибудь оппонентши, так скажем, да, все поделать там, да, с ней поговорить, максимум могу я потом купить ей кофе. Да, ребята, я на это согласен, я не считаю, что это оленизм, 100 рублей это такое себе, знаете, развлечение. За нормальный, хороший, качественный кекс это нормально, это не пойти к профессионалке, отдать там пятерик ей, да, за час, а это проведенный вечер, допустим, 100 рублей это нормально, я не мелочный, ребята. Так что, такие его дела, пишите вы, ребята, считаете вы, что... А еще один такой момент, ребят, если этого кекса не будет, ну... Пускай даже там неделю, два, две, там месяц, как бы. Я не умру от этого. В нем ценности великой нету никакой абсолютно. Пишите вы.